Что не понимаете? Спросите. Не, я потом сейчас тоже. Понятно. Так, Леонид Васильевич придет? Должен. Полночи сидел, что просто. Ну. Прям долго сидел. Плакал и бился, так сказать, кулаком в грудь. Ну ладно. Значит, я тогда напишу, что было. Чудесно, не вопрос. Все бы так отвечали. Ладно, давайте начинать потихоньку. Я тут буду все равно некие отступления делать. Да. Значит, итак, в прошлый раз мы ввели производящий функционал, да, который есть функциональный интеграл по полям φ. Мы говорим про скалярные поля, да, от e в степени действия от этих полей. Вот. И добавили то, что я говорил, источник. То есть некий интеграл с некой функцией g. g от x, φ от x. Вот. Значит, что? Ну, это поле. Вот это, значит, у нас, я напомню, да, у нас есть поле φ от x. Ну, я могу писать так, могу писать так. Это не важно. Это некое поле, значение поля в точке x, так? Вот, то есть вот тут вот идет обычный интеграл. G это функция от x, да? Φ это функция от x. Вот, значит, здравствуйте, здравствуйте. Вот, соответственно, я напоминаю, что это было предел при дельта x, стремящимся к нулю. Вот такого интеграла dφ от x1 dφ от xn. Вот от e в степени i. Ну и тут некая, ну, сумма, напишу по всем x, от x этого. Вот. Ну и тогда, если я это написал, то то есть мы наше пространство
развились и в каждой точке, значит, ввели некую там дискретизацию, в каждой точке x у нас есть поле φx. Вот. Это поле является переменной. Вот по вот этой переменной значению поля в каждой из этих точек мы интегрируем в бесконечных пределах. Вот. Вот такую функцию, которая зависит от вот этих наших полей в этих точках. Вот. То есть в этом смысле там не фи от x, а именно x-овая фи, да? Слева, где? Да, здесь. Здесь? Это фи, вот это. Ну, так как мы потом по всем иксам будем брать интеграл, это функция от икса в этом смысле. В нашей дискретизации, когда мы ее ввели, в каждой точке это фи некое конкретное значение имеет. И по этому значению мы интегрируем. Вот. Если по переменной мы не можем это перевести в интеграл по времени? Икс – это четырехмерная переменная. Тут есть все точки пространства, все точки времени. Помните? Нет, я в прошлый раз довольно долго это рассказывал. Спрашивайте. Тогда это было как? Тогда у нас для одной переменной наш функциональный интеграл был, вот я напоминаю, да, вот мы вводили t, тут q от t, да? Вот у нас было t1 какое-то, tn. И у нас было много значений времени. И мы этот функциональный интеграл определяли как предел при ну, вот этом дельта t, вот этим эпсилон, стремящимся к нулю, от d q от t, ну, 0, наверное, это было, t1, dq от t2 и так далее, dq от tn. От e в степени, что там было, и, значит, l интеграл, ну, не интеграл, сумма, да, была? Сумма значит, по t-итам, значит, l от q, ну, q с точкой, грубо говоря, вот так было. Вот, и мы говорили, вот для одной переменной мы суммируем, мы интегрируем по всем, значит, вот у нас где-то конечная точка, где-то начальная, по всем положениям, вот, в моменты, отвечающие нашей дискретизации. То есть d, q от t1 – это некая наша переменная, от которой зависит вот этот лагранжан, да, и мы ее интегрируем по всем возможным ее положениям. И так каждую эту точку. Теперь, когда мы переходили к теории поля, мы говорили, ну вот смотрите, в каждой точке пространства x, пока что, ну вот такого трехмерного, да, мы введем, ну, мы ввели дискретизацию, у нас стало конечное число точек, вот в каждой точке x у нас есть значение поля φx. И вот это значение φx играет роль нашей q, переменной. Какие x четырехмерные? X пока трехмерные. Пока трехмерное, терпение. В том четырехмерное, да. Значит, вот, но, значит, у нас этих точек много, мы для каждой из них напишем вот такое, да, вот. Соответственно, для каждой точки трехмерной у нас еще будет интеграл по времени для каждой из них. В итоге у нас получится интеграл по четырехмерным. Вот тут вот x пройдет и точки пространства, и точки времени. Ну, действие это у нас интеграл, ну, d4x от l от φ, да? От φ, да? То есть я его просто написал, s от φ, да? Написал его как интеграл от лагранжана. В этом смысле, ну, когда мы берем дискретизацию, наш интеграл – это некая сумма, да? Вот. Вот, значит. Итого, вот у меня есть такой объект, когда я перешел устремил дискретизацию к нулю. Вот. И надо теперь его научиться вычислять. Да? Вот. Чтобы его вычислять, надо вспомнить интегралы вот такого типа, где это обычные переменные.
То есть вот у нас есть многомерный интеграл квадратичной формы в экспоненте. Да? Такой вы считали. Вот, и мы понимаем, что если мы тут перешли к сумме, у нас это, ну, в общем, некий большой такой квадратичный интеграл такого типа. Вот если мы этот научимся считать, ну, мы этот научимся считать. Значит, как считается вот этот интеграл? Значит, мы говорим, что ну вот давайте, ну, у нас будут вот такого типа матрицы, они будут или эрмитовы, ну, в основном эрмитовы, но я пока возьму, что А транспонированное равно А. Не так удобно будет. У нас будет эрмитов оператор, тут всегда, поэтому будет окрест равно. Вот, значит, что мы делаем? Мы говорим, что ну давайте, как считается этот интеграл, нужно сделать замену переменных, чтобы диагонализовать матрицу, да? Что-нибудь типа, что если мы говорим, что x равно некая матрица сигма на y, вот, подставляем туда, у нас получается, что это dx1, dxn. Так. Ну, это, наверное, я зря. Вот. Ну, или даже сразу dy1, dyn. Вот тут, что будет в экспоненте. Я хочу такую, чтобы у меня в экспоненте будет а сигма y, тут будет, значит, y транспонированная, сигма транспонированная. Я хочу, чтобы вот это у меня было некая диагональная матрица А1 и так далее, АН. А можно уточнить? Да. А по какой причине вот у нас в экспоненте всегда именно получается квадратичная форма? Ну, все наши лагранжаны так построены просто. Если мы хотим... фи в четвертой, у нас невозмущенные лагранжаны так построены. То есть невозмущенные лагранжаны, свободные лагранжаны, да, это какие-то квадратичные комбинации полей. То есть фи там, производная фи, грубо говоря, и все. Вот, такого типа. Мы не рассматриваем старшие там производные как невозмущенные члены. Вот у нас есть свободная теория. Хорошо, свободная теория, все, с ней все работает. Вот я пока говорю про свободную теорию, потом я добавлю взаимодействие. Вот. Значит, вот это нам так хочется. Тогда тут у нас будет e в степени минус 1, 2, y. Ну вот это, я не знаю, а с волной. А с волной y. Вот. Ну и на таких у меня не будет якобиана. Вот. Что я дальше делаю? Это будет... Чему равен этот интеграл? Чему равен этот интеграл? Да. Это произведение расщепившихся гауссовских интегралов. Вот. Соответственно, это будет... Здравствуйте. Это будет... Чему этот интеграл равен? Ну, замечательно. Соответственно, это будет корень из пи на альфа. Это вот произведение вот этих а. А1, АН. И тут пи будет, наверное, в n-ной, да? Вот что-то такое будет. Вот. Если я вспомню, что такое произведение вот этих а, это определитель а. Вот. Значит, очень хорошо. Так, теперь с этим... Где? Число? Это было число и осталось число. Вот, значит, теперь вот следующий интеграл, который снизу написан. Вот этот интеграл. Это опять-таки квадратичная форма, но к ней чего-то добавили, да? Вот, чего к ней добавили. Опять-таки, если я возьму и сделаю замену такую, чтобы... Ну, это у меня квадратичная форма,
Полный квадрат выделю, да. Соответственно, как я его выделю, я должен встать в минимум и от него отсчитывать мои переменные. То есть, если я продифференцирую по x, вот, у меня получится что-то типа, значит, если я вот верхнюю часть буду дифференцировать по x, у меня получится a, ну, x транспонированный a плюс a x транспонированный x. Лучше, значит, сделать так, чтобы, ну, вот так оставлю, удвою. X транспонированный A плюс B равно нулю. Соответственно, ну, не знаю, X транспонированный это минус B на A, ну, минус первый. Вот, и я ввожу переменную Y, соответственно, это вот X0. Это X0 плюс, вернее, вот X мой старый, это X0 плюс Y, вот такой. Ввел, вот сюда подставлю. Понятно, что якобиан не будет. Будет DY1, DYN. DY1, DYN, чудесно. Е в степени минус, здравствуйте. Значит, 1 вторая. Y. Вот. Это Y. Минус 1 вторая. Значит, я x0 должен поставить, x0 это у меня вот это, значит, ладно, все сразу напишу. Y минус, значит, а минус первое, b, а минус первое b транспонированное. Вот тут а, тут вроде так плюс b транспонирован. То есть видите, я что-нибудь не то пишу, вы говорите. Я просто взял, подставил вот это, соответственно, туда. Вот. Что у меня будет вот здесь? Здесь у меня будет минус 1 вторая y. Так, тут что-то не так. Что-то не так. Сейчас. Нет, вот в этой не так. А, я еще транспонировать должен. Теперь так. Да? Вот. Значит, тогда это у меня будет минус 1 вторая плюс 1 вторая. Я, значит, вот взял отсюда. Вот отсюда, когда я буду вот это брать, у меня будет b. 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 а минус 1 а y. Это раз. Будет плюс 1 вторая y а минус 1 b транспонированное. Ну да, я b с b транспонированное переписал, но не важно. Вот. И последнее будет 3 минуса, это минус 1 вторая. Значит, b а минус первый, а минус первый, b транспонирует. Вот, плюс by минус b, а минус первый, b транспонирует. Вот, значит, этот кусок у нас останется прежним. Вот эти а минус первый посокращаются. Вот, что останется.
Вот тут вот BY раз, BY 2 с плюс 1, 2. Они мне нужны с минус 1, 2. Вот. Сейчас. Ну, где минус? А вот проблема. Пардон. Понятно или нет? Ну, хорошо. Ну, понятно же, что я вот это дифференцирую, 1 минус, 1 плюс. Минус-то остался, вот я его забыл. Соответственно, мне нужно вот тут вот плюсы поставить везде. Ну и тут везде будут знаки минус. Вот. Ну тут и так минус, и тут плюс. Вот, очень хорошо. Тогда вот тут минус 1, 2, минус 1, 2. Вот с этим сократится. То есть вот этого не будет. Я не знаю, вот этого вместе с вот этим и вот этим. Останется это, вот это и вот это. Это одинаковые члены, только у этого коэффициент минус 1, 2, у этого единица. В итоге получится все равно вот это интеграл dy1 dyn e в степени минус 1, 2. Значит, плюс 1, 2, b, а минус 1, b. Вот. Здравствуйте. Соответственно, вот это первый интеграл мы считали уже. Это будет вот этот корень помножить на вот это e в степени. Ну, тут где-то транспонировать, поставить. А, вот. Итого. Правильно? Можно да. Сейчас, напротив, напомнить. Как все-таки проведение диагональных членов, это то же самое, что определение? Ну, то есть, смотрится диагональная. А, да, диагональная. А я ее диагонализовал. Сигма. Вот. Где она? Значит, А это сигма минус первой. А, вот диагональная на сигма, да? Я беру определитель от обеих частей. У меня получается определитель этого, определитель этого, определитель этого. Эти сократятся, а это произведение диагональных частей. Вот. Ну, соответственно, определитель этого равен произведению тех, что стоят на диагонали. Хорошо? Нет, спрашивайте. Вот, поэтому мы просто привели его к главным осям, написали определитель. Вот, эти нам будут нужны формулы, значит, так, что там, хорошо, я их стираю, идем дальше. Мне-то, собственно, вот это надо, да? И если мы возьмем скалярное поле для начала, скалярное свободное поле. Действительно. Свободное. Действительное поле. И, да? Там у нас действие от этого фи. Это интеграл dx. 1, 2. Дэмю фи. В квадрате минус m пополам. В квадрате. Да? Вот такой. Его я могу по частям проинтегрировать. Получится у меня интеграл dx x минус d в квадрате минус m в квадрате фи x 1, 2. Вот. И что мы видим? Вот тут, соответственно, будет стоять вот это действие. Вот. Тут какой-то источник на φ, то есть это аналог нашего b вот там, да?
Вот. Единственное, что у нас тут это все сы будет, но и мы учтем. Итого, что у меня получится? Z-G, вот исходя из всех вот этих формул. Z-G. Вернее, z от нуля для начала. z от нуля у меня получится как некая константа, деленная на определитель вот того оператора, который там стоит. А оператор у меня вот этот, грейд руля. Вот, ну я его так и напишу. Dx в квадрате плюс m в квадрате. В одной, второй. Вот, смысл этой записи, то есть это определитель некого оператора, да? Вот, мы его чуть попозже, мы их просто считать будем, вот эти определители. Вот, а сейчас можно сказать, что, например, если вы будете делать, ну, в преобразовании в Фурье, то это просто импульс, да? То есть это некая матрица, в которой стоят p в квадрате плюс m в квадрате, ее нужно считать определитель в импульсном представлении. Это оператор. Я могу просто формально писать определитель оператора. Я ввожу какой-то базис. В этом базисе этот оператор, это матрица. Определитель матрицы считаем. Но мы его просто будем считать дальше. Нет, то, что мы посчитаем, я не сомневаюсь. Но как бы там у нас это была различная форма оператора. Замечательно. Матрицы, а тут он сильно упростил. Нет. Вот я апеллирую к тому, что я говорил. Я его ввожу как предел дискретизации. А в дискретизации это вот ровно та же самая матрица некая. А в смысле и производная тоже будет некая? Ну, производную вы тоже можете там раздискретизовать, например. То есть это некая матрица. Я не хочу в детали углубляться, потому что мы просто будем их считать. Вот, константа. Это... Я просто на всякий случай. Да. То есть все-таки лучше тогда воспринимать вот предыдущие вот эти вещи, связанные с матрицами и так далее, как некий такой, ну, как бы намек, да? Это не то, что все вывод. Это не то, что намек. Формальное определение функционального интеграла состоит через дискретизацию. На каждом шаге этой дискретизации вы берете и делаете вот ровно то, что тут написано. Вот. А потом говорите, ну вот, получилось следующее. Можно? Да. То есть мы тут, грубо говоря, меняем местами пределы. Какие? Ну, если мы на каждом шаге дискретизации делаем. Ну, хотя нет, не меняем, да, нормально, более-менее. Ну, не то чтобы я тут гонюсь за строгостью, я сразу говорю. Вот. Мое дело, чтобы вы с этим свыклись и научились вот такие вещи считать. Вот. Так, это z от нуля. Соответственно, z от g. Да, я не сказал про константу. Это некая константа, да? Она, вообще говоря, зависит от дискретизации. Это будет, ну, вообще говоря, бесконечная константа. Я буду стремить все к n, стремить к бесконечности. Это будет некая бесконечная константа тут, да? Но она не зависит никак от самого оператора. Вот, поэтому в этом смысле она константа. И я напоминаю, что в самом определении вот этого функционального интеграла вот тут тоже стояла константа в прошлый раз бесконечная, да? Вот она там и стоит, вот в этой константе, вот тут. Это некая бесконечная константа. Сейчас я скажу, что с ней делать. Да. А что там тогда и вот этот вот определитель тоже как бы... Не, определитель от икса зависит, это оператор, так сказать. Вот. Нас интересует, собственно... этот оператор. Сейчас, терпение. Вот, z от g, это, соответственно, z от нуля на вот это, да? На e в степени 1, 2. Вот, значит, роль b у нас играет g. Вот, источник, да? Значит, это будет dx, dy. G, скажем, от x, обратная оператор к a, вот к этому, я его напишу, d от x минус y на g от y. Вот. А обратный оператор это сюрприз? Правильно. Обратный оператор это что такое? Это мы должны, вот если мы вспомним уравнение Клейна-Гордона, это у нас b
квадрат, там минус m квадрат, наверное, сейчас с каким знаком там оно общим, с минусом, вот. Соответственно, на d от x минус y это и дельта от x минус y. Вот это пропагатор Клейна-Гордона, да? Вот он, фундаментальное решение уравнений Клейна-Гордона. Соответственно, вот это d, это он и есть. Единственное, надо знак аккуратно собрать. Вот тут должен быть плюс, да? Вот, но тогда оператор должен быть обратный к, вот, он должен быть обратный к, вот тут мне стоит и, он должен быть обратный к и на вот это с минусами. То есть я вот тут и еще напишу, вот, то тогда у меня тут будет минус, вот, и я минус напишу. Вот. Минус напишу. Вот теперь правильно. Так, это понятно? На прошлой лекции, что функциональный интеграл, этот формализм, там нет квантовых полей. Это обычные поля, то есть это обычные функции. Там нет операторов А крест, нет вот этих всех коммутационных соотношений, но мы получаем те же результаты. Но вот сейчас я это еще раз проговорю. То есть слово квантование – это вторичное квантование. Да, я понимаю, да. Это ввод вот этих операторов А и крест и разложение всех полей по ним. Ну, как бы понять, откуда у нас это появляется, что все равно в теории должны быть частицы, они должны рождаться, умирать и так далее. А как без этого вторичного квантования? Секунду. Сейчас секунду. Просто когда сам формализм, он как бы не до конца. По-по-по. Значит, формализм, он заточен под вычисление функции Грина. Вот, функции Грина. Значит, так, вопросы есть по этому? Хорошо, поэтому что я могу сделать? Я могу вот z от g поделить на z от нуля. Вот. И все вот эти вот константы, которые такие плохие, да, у меня сократятся. После того, как они сократятся, у меня вполне осмысленное выражение, это некий интеграл там от источников. Е в степени минус 1 вторая g d от x, y, g, y, dx, dy. Да, я замечаю, что тут d4x, d4y, это вы понимаете, да? Я надеюсь. Вот, вот замечательная такая, это свободная теория. Так, что у нас дальше? Хорошо, это про производящий функционал. Значит, следующий раздел — функциональная производная. То есть с помощью функционального интеграла мы будем вычислять функции Грина. Из функции Грина вы можете построить любые сечения. Вот. Поэтому все работает. Итак, функциональная производная. Вот если у меня есть некая функция g от x, то вот так вот я буду писать функциональную производную по g от y. И будет это
от x минус y. По определению. По определению. Вот это функциональная производная, так пишется. Ну, такие вот кругленькие дельты, да. Чего мы почему дифференцируем? Мы дифференцируем g от x функцию по функции g от y. Получаем дельта функцию. Смысл этого определения следующий, что когда у нас была дискретизация, вот, у нас была какая-то там, например, сумма в разных точках gx, там φx, да? Сумма по x. И если мы дифференцировали бы обычно по g, там, я не знаю, z каком-нибудь, то отсюда вылезло бы, соответственно, φz, да? φz. Вот. Или, значит, это даже уже более сложный пример. Если бы я gx по gz дифференцировал, это было бы дельта xz. Да? То есть xz это вот точки в этом моем пространстве, но они меня просто нумеруют поля. То есть если бы у меня было там две функции, два поля, ну еще проще, d по dx1 от x итого, это дельта и 1. У меня есть два, две переменных, x1, x2. Я по x1 дифференцирую, у меня получается дельта символ. Вот это, так сказать, обобщение всего вот, для ну, обычных производных для... что? Какой предел? Вот оно. Оно определение. 4. Ну, если у меня четырехмерный. Если не четырехмерный, то просто дельта функция. Вот. Мы к пределу будем возвращаться, но не часто. Поэтому вот так. Соответственно, как с ними работать, если вот аналог вот этого, да? Если у меня есть интеграл dz g от z, некая f от z, и я буду его дифференцировать по dg от x, то я получу g от x. Ну, интеграл dz по dz, да, там g от z, f от z, какая-то другая функция, да? То есть вот это я дифференцирую, поэтому я получаю дельта функцию, ее туда вставляю, она интеграл убивает. G вообще не будет, f будет, да. F вот чего там, x будет. Это вот аналог вот этого. Понимаете? Соответственно, всякие сложные функции также дифференцируются, как сложные функции. Пример. Да. Это обычный интеграл, да. Это не функциональный интеграл, это все обычный интеграл. Вот. Это обычный интеграл. Да, фактически она и будет вариацией, да. Вот, то есть вариации через них писать хорошо, мы и напишем. Вот, если у меня есть e в степени интеграл f от z, g от z, dz, и я его буду дифференцировать под g от x, то что я получу? По правилу сложной функции я получу e в степени интеграл f от z, g от z, dz, он останется, спустится вниз, f от x. Вот. То есть вы просто переходите к дискретизации, используете обычный производный. Дальше. Единственное, что новое тут появляется, следующее. Что если вы будете дифференцировать по gx вот такой интеграл, значит, f от x, f от z, скажем, d μ g от z, dz. Ну, d μ сюда здесь. Вот. То, чтобы его вычислить, нужно проинтегрировать по частям. Мы считаем, что у нас все на бесконечностях вымирает. Тогда вот эта производная будет действовать не сюда, а сюда. Да?
Понимаете, да? Выйдет знак минус лишний, потом вы, так же как вот здесь, продифференцируете, у вас получится что? Что у вас получится? Да, минус dμ на f от x. Вот, то есть вот это правило, значит, для вычисления функциональных производных. Теперь, а вот давайте мы посчитаем функциональную производную от вот этого объекта. Значит, я возьму дельта g. Ладно. Z, вторую причем. G там ZR, да? От Z от G на Z от нуля. И возьму потом G равно нулю. Что будет? Вот давайте смотреть. От вот этого, который мы тут вот. Да. Z от g, вон оно написано. Z от нуля, соответственно, там 0 положили. Более того, мы его тут с вами посчитали, и вот это, как это, частное, равно вот этой экспоненте. Вот давайте от экспонента и возьмем. Вот я вам только что там показывал, как от нее брать. Что будет? Вот я беру первый раз по g в точке r. Это, соответственно, у меня получится, вот спускается один интеграл, остается... И, пардон, gz. Тут у меня будет интеграл. Где? Да. Это и, и. Вот видите, тут минус. Я могу сказать, что это и квадрат, и вот каждому по и тут. Да. Вот, каждому по и. Вот тут у меня получится, соответственно, интеграл, скажем, dx. G от x, d от x, r. У z и r. Ну, чтобы они не переплетались. Вот. Ну, если честным быть, то вот так. Плюс интеграл dy, наверное. Y g y на e в степени, ну вот все, что там есть. Так, понятно или нет? Я взял один раз, где продифференцировал, то есть экспонента у меня осталось, и спустилась перед ней та функция, которая была. Но так как та функция была двойным интегралом, один интеграл снялся за счет дельта функции, один остался. Кто? А, и зачем? И потерялась, правильно. Очень хорошо. Вот. Еще раз это самое делаю. Если я буду экспоненту дифференцировать, я потом буду занулять источники, у меня это занулится все. Поэтому экспоненту я дифференцировать не буду, буду вот это дифференцировать. Соответственно, я просто уберу вот эти источники, сложу их, это у меня симметричная функция. У меня получится просто d. d от z минус r. Вот. Понятно или непонятно? Спрашивайте, если непонятно. Там x минус d от x минус r стоит, да? z минус r. Вот у меня z, вот у меня r. z и r, да. Потом вот после знака равно у вас интеграл dx. Ну, x остался, r появилось. Да, y остался, r появилось. Понятно или непонятно? При них одна и вторая стоит, и они симметричные функции. Вот этот, помните? Он симметричный. Я вам говорил, что он там что-то типа x минус y в квадрате. Это симметричная функция, x собрал. А экспоненты когда вы еще раз? При g равно нулю экспонента не будет. Вопросы? Вопросов нет. Замечательно. То есть что мы видим? Что вообще говоря, если я вот эту вот штуку дважды продифференцирую по источнику, я получу пропагатор.
Да? С другой стороны, если я вот к этому определению вернусь и дважды продифференцирую его по источнику, я получу что? Значит, вот d по d и g x и x, d по d и g, так, у меня там zr, вот эту штуку, единица на z0, это все равно константа, от источников не зависит. Тут вот такой интеграл e в степени, значит, вот мое действие. Ну, даже не важно, что оно у меня тут есть. S от фи плюс и интеграл dx gx φx. Да? Ничего не могу поделать. Вот. Это я вот это переписал, да? Продифференцирую по источнику, что я получу? Я получу единица на z от нуля. Вот когда я вот это дифференцирую по источнику, источник у меня только тут, у меня снимается фи от z и фи от r. Понятно? Ну, сходит вот сюда, в предэкспонент. У меня получится d фи, фи от z, фи от r. E в степени и s от фи. Понятно это? Отлично. Вот это, соответственно, у нас равно d от z минус s. А z0, я напоминаю, это вот такой интеграл. D в степени и s от фи. Вот. Итого. Итого. Что мы видим? Что наш пропагатор – это среднее от полей в двух точках. Вот никакого квантования, никаких там операторов А-крест. Да? Мы просто говорим, вот мы берем две точки, да, и по всем возможным конфигурациям полей интегрируем. Вот. Причем как мы интегрируем? Мы, значит, под интегралом у нас значение поля в этой точке, значение поля в этой точке, и вот E в степени действия на этой конфигурации. Да. Считать функцию Грина, особенно для любого полей и так далее, то как бы этого всего не надо, можно было намного дешевле получить, да? И это просто... Что лучше, ну, главный вопрос, что, может, я, конечно, ошибаюсь, но мне всегда казалось, что для того, чтобы считать там сечения, любые наблюдаемые, одних пропагаторов маловато, нет? Ну, как бы мы в начале пути, да. Нет, я к чему, что просто сейчас это все, я к чему, я не то, что предлагаю... Я сейчас напишу для взаимодействующей теории. Понятно, куда мы движемся, потому что сейчас это звучит так. Вот мы тут сейчас придумаем некий мощный инструмент, да. И научимся считать функции Грина. Да? Функции вот. Грина. Да. Я вам демонстрировал на пропагаторе. А любые сечения, я уже говорю, выражаются через функции Грина более сложные, чем пропагатор. И все. Если вы умеете считать функции Грина, вы любые сечения умеете считать. Да? Да. Вот сечение 2 в 2 там, да? Ну вот какое-то, да? Вы можете говорить, ну, смотрите, от чего оно зависит, координатное представление? Z1, Z2, Z3, Z4. Четыре точки. Вот. Так? И причем вот я знаю, что за поля у меня тут стоят. В этих точках стоят поля. То есть я должен посчитать, ну, я не знаю, вот пусть это у меня скалярные там поля, да? Вот. Фи от z1, фи от z2, фи от z3, фи от z4. Вот такую функцию Грин я должен посчитать. Андрей, извини, да. Конечно, я просто вот, ну, а потом я поля ставлю на массу поверхности. Я да. Открою с такой точки, что у меня вот есть оператор эволюции, я им действую на некое состояние, а потом бесконечность, делаю проекцию и так далее. Да? И вот в этой всей концепции вот эти твои координатные представления про поведение четырех полей, я не в курсе, куда они вмещаются. Вот это на самом деле большое упущение нашей системы. Если это мое упущение, то это не стоит. Если все остальные в курсе, то да. Значит, вот это, вообще говоря, пропагатор, да, вот от этой точки до этой.
если этот пропагатор буду класть на массовую поверхность, да, то я превращу его в свободную частицу с неким импульсом. Да? Вот. И он у меня перейдет просто в асимптотическое состояние, есть просто формула, как ставить из пропагатора, делать асимптотическое состояние. То есть если вы имеете функцию Грина, по ней строите асимптотические состояния вот тут, и вот тут. Вот. И все. Вам нужно сосчитать функцию Грина. То есть вот этот метод, он говорит, ребята, мы вас научим считать функции Грина. Вот. Какие-то умели, а какие-то не умели. Давайте я пойду дальше и буду рассказывать про функции Грина. Вот. Значит, чего? Можно даже вот так вот еще подвести. Вот. Так. Значит, другими словами, я могу сказать, что вот это на языке вторичного квантования это было фиат, что там, z, фиат f, средний по вакууму от произведения полей, да? Вот. Вот, вычисляется оно вот так. Аналогичными, так сказать, манипуляциями я могу прийти к следующему результату. Соответственно, c произведение от φ от x1 φ от xn это среднее по вакууму x1 xn где в степени s от φ где в степени s от φ. Вот. Это формула для вычисления всех функций Грина вне взаимодействующей теории. Вне взаимодействующей теории понятно, что они все будут выражаться через пропагатор. Вот. Что можно увидеть просто на интегралах гауссовских. Вот как я вот сначала делал. Вот. Вот все функции Грина пишутся так. Что я хочу подчеркнуть еще раз, что вот тут вот у нас есть операторы и окрест внутри. Т-упорядочение, оно там их коммутирует как-то, эти операторы и окрест, да? Вот. Тут нет никаких операторов и окрест, есть некая функция. И мы просто считаем среднее от произведения функций в различных точках. Вот с таким весом, вес действия. Вот. Это не взаимодействующая теория, вот она. Тут только квадратичные члены, для которых мы можем найти обратный оператор. Соответственно, если у нас теория более сложная, а именно, так, как это называется? Называется это я же сказал. Значит. Функции Грина теории с взаимодействием. Тогда в теории взаимодействия мой лагранжиан это L0 от φ плюс L interaction от φ. Значит, вот L0 от φ. На этом примере это вот то, что там написано, это вот то, что мы только что делали. L-interaction от φ это некая там, может быть, φ куб, φ в четвертый и так далее. Вот все вот эти вот более высокие степени φ с производными, неважно. Вот. Как я буду действовать? Я буду говорить,
что у меня есть степени и s от фи есть. Это e в степени и s0 от фи плюс и s от interaction. Вот где Лагранжан interaction стоит. Вот, как правило, если у меня есть теория возмущений, при всяких членах с высокими степенями фи стоит маленькая константа. Да. То есть я могу его разлагать. Поэтому я буду писать, что это e в степени и s0 от фи. И вот это разлагаю в ряд. Разлагаю в ряд. Вот в этом ряду у меня будут, ну, первый член единица, плюс второй член это будет интеграл там dx и dz. Вот какие-то фи от z, да? С какими-то там. Сколько-то. В смысле, это z тоже там на этой же степени. В смысле. Не вот, например, это у меня интеграл dz фи куб от z. На там какой-то g. Тогда вот это будет g на фи куб от z. Вот. Там может быть что угодно. Я буду раскладывать это в ряд, и у меня там будет много разных членов. Вот. После чего. Значит, как я это считаю-то? Что, стёр, что ли? Да. После чего стёр. Вот это чему было равно? Это было равно, значит, d по d и g от x1. D по DI GXN вот от Z от G Z от нуля. Правильно? Вот, тут было G, я сколько раз продифференцировал, столько раз это сюда встало, вот оно и есть, при G равном нуля. Вот. Хорошо, то есть я знаю, что если я буду дифференцировать свой z от g по источнику, то я получу поле. Да? Поэтому я вот это поле могу и записать как производную по источнику. Понимаете? Каждая из них. В итоге, что я получу? Вот. Лучше я вот тут так напишу. Плюс и gx и x dx. Ну и тут тоже. Тогда здесь плюс и dx gx dx. А тут вот этот бесконечный ряд теории возмущений, который я могу переписать следующим образом. Вместо каждого фи я поставлю производную по вот этому источнику, соберу ряд обратно. Вот, это у меня будет e в степени и s interaction от d по d g помножить на e в степени и s0 от фи плюс. Вот. Понятно или непонятно? Непонятно, спросите. Ну, непонятно, если честно. Отлично. Вот. Можно сначала. Вот экспонента, да? И да. Вот эта производная, она у тебя как прям экспонент?
Вот написано, e в степени s от φ плюс e g от x φ от x. Да? В s входит s0 старое, плюс s interaction, вершины всякие. Отлично, этот остался. Теперь мы говорим, вот я вот это буду разлагать в ряд, вот я его разложил, а эти оставлю как было. Так, оставил как было. Теперь я говорю, ну вот смотрите, у меня вот тут какие-то поля, вот скажем, тут три поля в точке z, да? Там будут дальше в других точках. Вот. Но я знаю, что чтобы получить поле в точке z, я должен вот это продифференцировать по g в точке z. Вот. Поэтому, если я вот тут вот, вместо вот этого поля, я смело могу написать функциональную производную по g в точке z три раза. А, это у тебя... И подействовать на вот это. Ставишь производную. Вот. Да. Вместо поля вот этого фи, да, я ставлю производную, да. Ну, когда мы пишем S, в этом смысле он просто от поля, а когда мы пишем L, это интеграл dz, ну там d, r напишу, L от, значит, фи было в точке r, соответственно, d по dg в точке r. Хорошо? Interaction. Вот тут вот было... И ты потом, в смысле, вот эту экспоненту, каждый ряд точно вот такие. Да. Они мне дадут поля. Сейчас, Просто же... Можно еще уточнить? Вот, например, ну... Я объясняю теорию. Да. Бывает далеко не только степени полей. А что еще? Ну, пожалуйста, будет у вас производная. Мы же знаем, как брать функциональную производную от производной поля. По частям. Нет, я не при... Ну, в смысле, ты же хочешь ее не взять, ты хочешь ее получить. И? И как мы ее получаем? Я... Ну, ради бога, вот пусть тут стоит фи от z, d там, мю, фи от z, да? Ну, не вопрос, вот у тебя будет тут стоять функциональная производная. Это оператор, который будет действовать потом, после того, как ты продифференцируешь на поле. Вот. Ну, короче, мы тоже умеем что-то вот как-то, как-то так функционально продифференцировать наш этот тест, чтобы dμφ спустилось, да? Значит, у меня S функция поля. На это поле действуют какие-то операторы. Они могут быть производными, могут быть помножением, неважно. Вот. Я вместо поля ставлю функциональную производную. Когда она подействует на это, она мне спустит поле. И потом я этими операторами на эти поля буду действовать. А, то есть у тебя это будет такое, у тебя будет производная умножить на вот там функциональное. То есть сначала будет стоять обычная производная, а потом вот это вот, как оно, функциональное. Вместо поля я ставлю функциональную производную. Это тот же самый ряд теории возмущений, к которому вы привыкли, один в один. Просто на другом языке. И все. Вопросы есть по этому? Там внизу d по dg в точке z. Ну вот в этой точке, если это интеграл, если интеграл, ну вот тут вот z будет, да. То есть это в той точке, которая нужна, под интегралом стоит. Вот, значит, итого, то есть вот эта модификация получается для теории взаимодействия. Окончательный ответ. Я теорию взаимодействия сейчас напишу. Это выглядит так страшненько, но через некоторое время вы будете это быстрее меня писать. Понимаешь, меня смущает не то, что это страшно, это выглядит, кстати, не страшно, а вот непонятно, куда мы все-таки... Тебе непонятно потому... что ты не знаешь, как переходить от функции Грина к сечению. Да. Ну а все остальные функции, да? Нет? Нет? Значит, я не один такой. Формула Симанчика Циммермана вам рассказывали? Что еще раз извините? Формула Симанчика Циммермана вам рассказывали? Ну, какие-то слова по ней говорились. Ну вот это вот она, если хотите. Можете открыть, где вам слова говорились, и посмотреть. Если непонятно будет, ну тогда я буду ее рассказывать. Давайте просто сразу договоримся.
Если я буду все рассказывать, мы на середине остановимся того, чего я должен сказать. Так, итого, конец-то где? Значит, во взаимодействующей теории вот эти наши x1, xn вычисляются вот так же, да? Только S это полное действие. Значит, перепишу. Это полное действие. Вот, если мы хотим его выразить через вот наше действие, которое мы считать умеем, это будет единица на вот это. То есть это z0 на самом деле во взаимодействующей теории, да? Вот, тут d по di g x1, да. xn, это я сказал, помножить на e в степени и s interaction d. Это не свободное, это совзаимодействие. Не, ну, с тех пор прошло много лет. Вот. Вот у меня там уже другой заголовок. Хорошо. Вот. На сейчас ты где? На интеграл dφ в степени и s0 от φ плюс i gz dz. Ну вот вроде все написал. Вот. То есть что тут написано? Мы просто можем по вот эти, по вот этому действию мы можем вычислять. Тут все функции грида выражаются через обычный свободный пропагатор, как я показывал сначала. Мы по нему получили пропагатор. Так? Вот. Вот это дает нам все члены взаимодействия. Мы раскладываем в ряд. А, и при g равном нулю. Вот. Раскладываем в ряд, получаем все члены со взаимодействием. Вот. Всякие поправки к свободной теории. Вот. Так формулируется в скалярной теории в формализме функционального интеграла. Вопросы? Или я дальше пойду? Сколько времени еще есть? Совзаимодействие. Это скалярные поля, бозонные. Следующая тема – фермионные будут. Кстати, может быть, у кого-нибудь есть тряпка? Да нет, ее смочили, но она уже высохла, потому что она маленькая. Так, вопросы. Значит, вот это, люди, вы садитесь не с краю, а где-нибудь в середине, вы видеть будете. Вот, значит, это, там написано вот это ровно. Да. Вот. По поводу того, я просто переписал. Где мы разлагаем ряд. Вот, мы записали, вот тут мы разлагаем в ряд. Что? Вот это мы разлагаем в ряд. Производные действуют, вот источники, они на них действуют, когда на них подействовали, в поля становятся на место производных. Никакого. Это, ну, в данном случае это просто как это,
Средство для получения функции Грина. Ну вот есть у вас производящая функция там полиномов кого-нибудь? Вот. Вы там дифференцируете по каким-то параметрам. Вот. И получаете полиномы от нее. Ну вот эти параметры тут источник. Может быть, можно было тогда как-то еще отдельную такую небольшую третью организацию, и мы чуть подробнее поговорим про вот проектальные и функции. Да, да, да. Прям можно. Это прям видно, что тут как бы ну, мы сосредоточены на том, как эти функции Грина считать, но не понимая зачем, вот это немного повисает в воздухе. А может я Михаил Геннадьевич такую свинью подсуну на семинар? Ну, посмотрим, я с ним поговорю, мы решим. Вот. Так. И ладно. Значит, следующее, четвертое, да? Красмановы переменные. Так, вы, наверное, их не проходили. Нет. Ну и ладно. Ну, где-нибудь. Значит, на самом деле вы их проходили на первом курсе, когда вы изучали дифференциальные формы, скорее всего. Там вот есть такие dx1, dx2, это минус dx2, dx1. Помните, такое вот было у вас где-то? Чё? Wedge product. Я не знаю, как оно там. Внешне. Внешне, ну чудесно. Вот. Зачем оно нужно было? Он там знак определял как-то. Нет, оно, в смысле, оно в геометрии определяет вам, ну это дифференциальные формы просто. Через них там, я не знаю, строятся всякие пространства. В общем-то, вы можете сказать, что вот тензор F-меню, который мы типа тензор говорим, F-меню, на самом деле, по-хорошему его писать, типа там dx-мю, dx-ню, это дифференциальная форма, и вот на этом языке это все тоже строить можно. Вот, но у нас как-то это так не повелось. Поэтому об этом я не буду говорить. Вот, но зачем я это написал? Затем, что вы уже встречались с объектами, которые антикоммутируют. Да? Вот, нам на самом деле нужно от этих объектов только вот одно, вот это свойство антикоммутации. Поэтому все правила, которые на антикоммутирующие объекты есть, они такие же, как вот для этих дифференциальных форм. Вот, поэтому это должно быть как-то близко. Ну и фермионы антикоммутируют, да? Вот, поэтому мы вводим, вот есть у нас коммутирующие числа, обычные числа 1, 2, 3, да? А вот здесь у нас числа там, не знаю, альфа, бета и какие-то другие, такие что? Альфа, значит, с бета, антикоммутатор, значит, равен нулю. То есть это то же самое, что сказать, что альфа на бета равно минус бета на альфа, да? Вот, то есть альфа на бета равно минус бета на альфа. Предположим, что вот есть у нас такие числа. Вот, что тогда с ними будет? Альфа квадрат чему равно? Чему? Ноль. Чудесно, ноль. А бета квадрат тоже ноль. И все остальные, они в квадрате ноль. Вот, поэтому, если у нас есть некая функция f от альфа, мы ее разлагаем в ряд по вот этому альфа, ряд Тейлора, что будет? Будет f0, f1 альфа, дальше что? Плюс f3, да, все на минус. А, там же будет. Все. Там же будет типа альфа на альфа. Ну, понятно, да. Все. То есть в ряд по Грассманным числам разлагать просто. До первого числа. Если у нас есть, пусть оно будет g. Что значит число это? Какое число? Нет, вот смотрите, когда вы обычные числа вводите, вы говорите там, что вот мы введем там, ну как математики говорят, я уже не помню все эти определения, что вот есть некое поле с такими-то операциями, оно им подчиняется, ну и чудесно. Вот, а здесь мы немного другие операции ввели, и все. Вот ровно в этом смысле. В таком же смысле, просто матриц с числами. Значит, они
мы просто постулируем, что вот есть у нас числа, у которых есть коммутирующая часть и некоммутирующая часть. Вот. Если хотите вот формальное определение, у меня там ссылочка есть на книжку, где они очень хорошо написаны. Вот. Если я для простых примеров сделаю, а общую вот эту вот, вот телегу я таскать не буду. Она там. Вот если у нас есть функция двух переменных, что это будет? G0. Дальше. Правильно. G1 альфа. G2 бета. G3 альфа бета. Дальше. Все, правильно. Вот. Вот такие числа. На них можно ввести операцию производная, которая вот так вот вводится. D по D альфа от альфа равно единице по определению. Соответственно, D по D бета от бета тоже равно единице. И так далее. D по D альфа от бета равно нулю. Ну и наоборот. Вот. И, однако, если мы возьмем D по D альфа от, скажем, как я написал, бета альфа, то вот этот оператор, он действует сюда. И на свое ему нужно действовать, поэтому ему нужно откоммутировать, тогда он подействует. Вот. Это минус d по d альфа, альфа бета, это минус бета. Вот. Такие дела. Дальше. Соответственно, если... Если мы говорим, что это они антикоммутируют, то вы сразу говорите, порядок важен. Да, порядок важен. Все. Порядок важен. Вот тут написано, что порядок важен. Соответственно, если я буду дифференцировать вот эту функцию d по d альфа от f от альфа, я что получу? f1. Хорошо. А вот тут, если я буду дифференцировать ее по бета, d по d бета g альфа бета, я что получу? g2 минус g3 на альфа. Хорошо. Хорошо. Дальше. Если я что-нибудь буду дифференцировать дважды, неважно что, то я получу? 0 я получу. Вот. Дальше. Я могу также ввести интегрирование, операцию. Причем я буду хотеть, чтобы у меня d альфа какой-нибудь f от альфа было равно, чтобы у меня был сдвиг d альфа f от альфа плюс бета для любого бета Грассманного числа. Значит, это у меня что будет? Это у меня будет d альфа от f 0 плюс d альфа f1 на альфа, вот тут, да? А здесь будет то же самое, f0 d альфа f1 на альфа плюс интеграл d альфа f1 на бета. Ну и, соответственно, я хочу, чтобы вот это было равно нулю для любых бета. Соответственно, я определяю, что мой интеграл d альфа равен нулю. Вот. Так. И. Вот. То есть интеграл от Грассманного числа по, ну тут я на единицу могу написать, да, с любым не Грассмановым, да, то есть он просто равен нулю по определению. Меня вот этот верхний определение вообще. Вот это? Да. Ну это такие наводящие соображения. Вот. Вот, что линейность будет. Вот. Но чтобы он совсем смысла не терял, то d альфа на альфа равно единице. Вот, определение интегрирования. Хорошо, давайте проинтегрируем теперь вот эти наши функции f и g.
Так, это, наверное, я уберу уже. Значит, вот если я буду интегрировать d-альфа, f от альфа, что я получу? Значит, это у меня будет, собственно, это я тут написал, да? Это 0, это единица, это будет f1, понятно, да? Я где-то, ну, продолжение-то. Вот оно, f1. Если я буду интегрировать по d бета, это g у меня, g от альфа бета. Какие хотите, бесконечные, неважно. То есть это некая операция, определенная на числах. Вот. Собственно, других не будет, они только такие и все. Вот. А что будет? Вот моя функция. Значит, я интегрирую по бета. Это даст 0, это даст 0, это что даст? G2, это что даст? Минус. Хорошо. G2 минус G3 альфа. Да, порядок важен. Нет, я имею в виду результат. И результат тоже, да. То есть, опять-таки, мы откоммутировали к своему интегралу по бета, притащили бета, и тогда мы его заменили на результат. Понятно? Если результат такой же, вообще разница между этими. Жизнь полна тайн. Вот. Полна тайна, потому что это просто одно и то же. Одна и та же операция. Ну, просто, как это, у нас функции Грина, которые вам не нравятся, через интегралы определяются. И производные тоже встречаются, тоже у нас. Вот. Это просто одну и ту же операцию, просто разных символов. Ну и хорошо. В чем проблема-то? Нет, не проблема, это вопрос. Судя по результату, все так и есть. Хорошо. Теперь, что... вот такой интеграл. D альфа, D бета, соответственно, G от альфа бета. Чему равен? Так, я D альфа, D бета написал. Чему? Или вот все. Но нам нужны будут вот такие интегралы. Значит, d альфа 1, d альфа n. Вот я с черточками. D альфа 1, d альфа n. Это все грасмановые числа. То, что я тут вот с черточкой написал, это вот 2n разных грасмановых чисел. E в степени... как я его написал? I альфа m альфа. То есть вот эта вот строка, вот это вот столбец. Да? А m это матрица из n на n, из обычных чисел, не грасмановых. Вот. А мы как-то говорили, как обычные числа с грасмановыми в союзе, как говорится, же. Как это вообще происходит? Операции между ними. Да ничем. То есть, ну, грубо говоря, это некий вектор, на него помножать как на число, обычное число, и все. То есть любое число, вот я не знаю, оно там, я даже не знаю, как его написать, там, число c, да, пардон, число, ну, лучше не c, а там d, это c плюс a, скажем так. C – обычное число, которое коммутирует друг с другом, а a – это может быть там, вот скажем, у нас в природе всего два грасмановых числа. Тогда это будет, там, я не знаю, d1 альфа 1 плюс d2 альфа 2 плюс d3 альфа 1 альфа 2.
Вот у нас всего два гроссмановых числа, альфа-1, альфа-2, тогда А, оно у нас вот такое. Да? Вот это вот, вот вы, наверное, читали, там говорят, С число, да? Вот оно, С число. А вот это типа число С, потому что оно коммутирует. Вот, С число. А вот это А число, которое антикоммутирует. Вот. Как это результат сложения, это что? Это оно есть. Это число из откуда? Д – это число из DR? Да, D – это какое число в итоге? Значит, мы… мы обобщаем понятие, ну, я не знаю, нашего обычного там комплексного числа, да? Как мы обобщали понятие действительного числа на комплексные. Вот. Вот считайте, что у нас еще есть там, я не знаю, и ЖК несколько мнимых единиц там, да? Что? Ну, как кватернионы, например, да. Кватернионы. Несколько комплексных. Ага. Смотри, какой, ладно, я не слышу такого слова ясно. Ну, например, у вас вот есть вектор и единичный G, есть вектор K, есть вектор. Ладно, ну, как, с ними плохо, да. Уходим. Вопрос просто в том, что да. У нас я беру к как его, вот этому C числу, да, прибавляю вот это А число, и... да. Результат это что вообще такое? Ну, вот у тебя есть комплексное число, у него есть действительная часть и мнимая часть. А если я перемножиться хочу, если я хочу интеграл от функции, например, от гроссманного числа, возьму по обычному числу, как это все будет? Это как, ну, там. Ну, я эти операции и ввожу последовательно. Не, да, если просто... что. Да, вот. Тут просто все операции были внутри вот этих вот красных чисел. Окей, выглядит красиво, но как бы теперь надо понять, как они. Обычное число это коэффициент при гроссманном числе. И все. Ну, и все. То есть С мы можем также разложить на гроссманном числе? Нет. С, ну, С принадлежит там, я не знаю, комплексным числам, да? Все эти D принадлежат комплексным числам. Вот. А альфа это отдельные гроссмановые числа, для которых вот такие операции определены. Да, D принадлежит. D имеет часть коммутирующую и часть антикоммутирующую. Так же, как комплексное число имеет действительную часть и мнимую часть. Да, из какого тогда это будет? Ну, из поля гроссмановых числа. Можете так сказать, да. Я еще раз говорю, я не хотел вот эту алгебру формально строить гроссмановых чисел. Если вас она очень интересует, вот там книжка Девита у меня в ссылках, вот там она замечательно построена, лучше, чем где бы то ни было из всего, чего я знаю. Вот. Так, вот это я хочу посчитать. Как я буду это считать? Значит, экспонент разлагается в ряд, понятно, да? Значит, сколько членов этого ряда будет? Ну, наверное, один. Почему? Не один. И не два. Нет, нам зависит от того, сколько этих альф, это же, да? Ну, n у меня альф. Сколько членов ряда будет? У меня будет. Ну, 2n, нет, я не знаю. 2n у нас какой. Получалось всегда. Ну вот так и будем. Ну, 2n в этом смысле плюс 1 будет. Потому что единица плюс. Мы один раз спустили m, да? Хорошо, подробно напишу. Вот это экспонента. Равно. Значит, единица плюс i m альфа, тут альфа, да? Плюс i альфа, альфа, m альфа. Плюс там 2, наверное, да, и так далее. Вот, спрашивается, от единицы интеграл чему будет равен? Нулю. Замечательно. От вот этого чему будет равен? Ну, там не диагональный член, да, останутся. Значит, сколько интегралов? 2n. 2n. Сколько тут альф? 2. Ну, это m и g, альфа и альфа g. Соответственно, максимум мы два интеграла насытим альфами, остальные все будут нулевые. Значит, и все будут нулевые, то
кроме того, когда у нас тут будет их сколько штук? N вот таких штук, да? Замечательно. Когда их там будет N вот таких штук, мы все вот эти альфа соберем и убьем им каждый из интегралов, да? И у нас останется произведение M, N матриц M. Причем все они будут с разными индексами. Понятно? Все они будут с разными индексами, вот этими EG. Потому что если встретились хоть раз одинаковые, это будет альфа-квадрат где-то соответствующий, и она умрет. Понятно это? Понятно. Замечательно. Вот, и таких членов будет сколько-то, ну, вообще говоря, там что-то типа там n-факториал такого порядка. Вот, и все они соберутся в определитель. Это будет dtm, возможно, с каким-то коэффициентом. Вот. Вот чтобы не быть голословным, мы сейчас это вычислим, опять-таки, на примере. Вот пусть m это 2 на 2. Значит, считаем интеграл альфа 1, альфа 2, e в степени i, альфа m альфа. Так, вот тут вот альфа 1, альфа 2. Альфа 1, альфа 2. Значит, чему это равно? Это равно. Единицу я выкидываю, первый член разложения выкидываю, оставляю второй, да? Это будет альфа ита, м и житая, альфа житая. Ну и в квадрате даст мне минус единицу пополам. На альфа ката, МК эльта, альфа эльта. Так? Да, конечно. Минус 1 вторая я вытащил. Вот смотрим. Нам нужно вот 4 альфа набрать разные. Например, я тут беру альфа 1. Значит, я тут беру, скажем, альфа 1. Тогда вот тут я должен взять альфа 2. Да? Вот. Тут беру альфа 1. Напишу альфа 2. Сейчас я его... Пронесу через вот это, я один знак сменю. Да? Я их просто все за скобки вытаскиваю. Альфа-1 вытащил, этот через это коммутировал, знак сменил, альфа-2. Вот. Тут я, скажем, тоже могу взять альфа-1. Тут могу взять альфа-2. Вот. Какой у меня будет коэффициент при этом? М1,1 на М2,2. Так? Вот. Спрашивается, а если я вот тут взял 2, тут взял 2, а тут 1, 1, то что изменилось? Там будет перекрасочек. Ну, то есть там поменяется просто. Удвоится. Потому что вы вот это откоммутируете, вы как бы и эту дважды коммутируете, и эту дважды коммутируете. Понимаете? Ну, вы все вот это пронесли вот сюда. Каждая из них через 2 проходит, дважды меняет знак. Поэтому не изменяется ничего. Это удвоится. Вот, а если я тут возьму 1, а тут возьму 2, то у меня просто изменится знак. А тут будет 2 и 1. Соответственно, и удвоится. Вот. Двойки у вас сократятся с 1, 2. Вот это что? Это определитель. Вот. А вот это даст нам единицу, ну или минус единицу. Так? Ну, потому что альфа-2 на альфа-2, вот нужно ее раз, два, три откоммутировать, минус один будет. Ну, в общем, все они умрут, дадут нам какую-то константу. Мне константа сейчас не интересует, поэтому она у меня также будет сокращаться везде, поэтому мне не важно. Это будет некая константа на определителе. Вот, если у вас побольше членов, то же самое будет, надо только это стараться. Вот. Ну, это доказано так, можно строго, да, сидеть и доказывать.
Так, понятно, что такие интегралы будут определители? Или непонятно? Хорошо. Во сколько у меня заканчивается? То есть вот сейчас прям. Плохо. Ладно, все тогда. Не успели. Вот. А чего вы будете вести эту песню? Много. Ну, чего еще? Нет, ну а все-таки вот по поводу вот этого, да, наблюдаем эту функцию грибов. Ну прям это. Мне кажется, что это чуть ли не самое важное. То есть, ну, технические вещи, конечно, важно, но вся суть. Ну подумаем, расскажем как-нибудь, да. Не, может быть, если даже.